Я тебя видел, дружок. Оу. How are you? Я смотрю, тебе хорошо, да? Спасибо за шмотки. Так, мне спалка нужна. И откинуть ее надо возле мусорки где-то. Там топовое местечко. Тут и космодром недалеко. Тут карта вообще не особо большая. Нормально, там и рейдят. А тут файты. Ой-ой-ой-ой. Так это мой домик приехал. Дверка. Тут типа улучшается. Что с твоей головой, брат? Теперь это мой дом. Герарагер. It's my base. Тебе говорю, иди отсюда. Нет, не слушаешь меня. Ты где там появилась? Рядом с мусоркой? Да. Моя привычная зона обитания. Жизнь на мусорке. Что может быть прекраснее? Ого, ого-го. Слушай, а у нас все есть. Все это что? Все это ревики, двушки, гвоздометы. Ну, просто как бы да, кикстартер на официалке прописал с помощью типов. Убил. Второго убил. Ты бежишь? Да. Залетай. Там сзади тип бежит с чем-то. Не пойму с чем. Убил. Ты посмотри на него. С луком сидел. Всем здорово. Не ожидали меня тут увидеть? Добро пожаловать в этот мир путешествий на классике. Кстати говоря, этот парень владелец этого дома, а это боец Плюшка. Скажу по секрету, только никому. Она иногда стримит. И было бы неплохо, если бы вы на нее оформили подписочку. Я, конечно, ни на что не намекаю, но ссылка в описании. Набиваем ей 1 кассабов, и мы с ней устраиваем совместный топовейший стримчик. Заманчиво? А тем временем нас уже 60 тысяч. Спасибо всем огромное, что вы остаетесь со мной, несмотря ни на что. А это, собственно говоря, я. И знаете, куда я отправляюсь? Я отправляюсь навстречу к приключениям. Ставь чизера, если ты отправляешься со мной, и поехали. Приятного просмотра. Смотрю, он залутанный. А, он с ревиком, или ты из дома ревик стрелял? Оу. А мы можем у него под дверью сесть и посидеть немного. Да они потом нам не дадут уйти, потому что у них же был... Если берданку отожмем, то я его спокойно убью. Предлагаю текать. У кого-то минус берданочка, у кого-то плюс берданочка. Слева двоих вижу. Ну, походу, там и рейдят. Нам нужны эти берданки, 100%. Там справа бегут еще. Там смотри, сколько трупов. А справа хазмат. Двое. Возле дома бегут. Я вижу типа с ревиком. Одного убил. Один на скале прыгает.
Там один голый. Две головы убил. Я понял, что рейдят. И где замесы. Убила двушку. Здесь за печкой тип сидит. Я сейчас буду врываться в дом. Он... А, твоя... Стой, стой, стой. Я а твоя задача... вообще. Выкинь ненужное. Вот тебе вот это нужно главное засейвить потом. Он валяется! Над гантрапом ушел? Скорее всего. Тут миллион всего. Подожди, знаешь, что сделаем? Я застроиться могу тут. Забегай домой. Сейчас бегу. Отлично. Нам шкаф нужен. Тут очень много всего. Сейчас шкаф спрошу. Нет. Красота. У этого типа еще берданка. Знаешь, что можно сделать? Забирай двушки, пушки всякие. Я металл заберу тогда. И камень заберу. У нас дома вообще ничего нет. Так, ну я готов идти. Ну, в принципе... Можно выходить? Да, выходи. Это жесть какая-то. Сейчас мы домик обустроим. Блин, а мне нравится такое начало. У меня почти целый инвентарь двушек. У меня почти целый инвентарь камня плюс металла 4000. Не знаю, одного убила, нет? Да. Не, я думал, дипнуть их можно. А там гантрап, представляешь? Тут типов много. Минус три. Смысл? Троих убил. Надо пойти у тех типов шмот забрать. Ну, а пока с двушкой побегаю. Смотри, сколько у него одежды. Он убил меня, демонюга. Надо сейчас к нему сходить, показать, кто тут хозяин. Запрыгнуть к нему на крышу. Убил его. Умница. Утай и убегай. Ого. Мне однозначно нравится вот это дерево, которое сзади нас. Прям оно шикарно. Соседи нас не видят, поэтому можно обустраивать базу нашу. Так. Так.
Пойдем убьем их. Вижу. Деревянный домик, видишь? Ну там типа. Вижу тебя, да. Сколько тебе надо было засадить, чтобы ты умер? Он отсюда выбежал. У него миллион всего. Я ему 3 головы дал и 4 хита. Найс. Убил его. Нам бы с тобой что-то взрывное изучить. Бобовку какую-то, да? Вот было бы веселье. Ну, пора поставить второй верстачок. А этот верстак уже можно утилизировать. Где там моя кирка? Останется изучить шприц, и можно будет пойти полутать уже большую нефтянку. Мне сейчас краб нужен, изучение, все нужны калаши и так далее и тому подобное. И можно сейчас даже сгонять на космодром. Я хочу бахнуть вот этих соседей, но для начала мне нужно немножко пофармить скрапа и все поизучать. Ракетница выпала с зеленого обычного ящика. Чего? Когда это такое было? Помп пайп. Пока не айс. Нагрудник. Ноутбук. МВК-дверь. Ну вот МВК-дверь это четко. Это очень даже неплохо. Отлично. Теперь можно спокойно идти домой. Ой, какое прекрасное время. Как раз закат. Я иду зачищать нефтяночку. О, 2 заряда. Класс. Калаш. 4-кратник. Топ. Просто топ. Что это там делаешь, дружок? Help me, please. Слушай, у тебя неплохо так круто. Так я вот оттуда забрал. Погоди! Так, блин, я только зашел строиться, нашел домик с нишей. Подними, пожалуйста, ты с калашом. Поднимаю, бегу. Поднимаю. Я у тебя только пружины и корпуса забрал, остальное. Чизи, ёптать, здоров! Да, дыщи какие-то. Да, они лежат. Две ты кидал. Да ломай, пожалуйста, шкаф. Оу. Забирай серу. Мне не нужна. Слушай, нормально тут, да? А ткань я заберу. То забирай. Mm-hmm. Скраб нужен же? Забирай. Нормально так встретил, типа. 2500 серы на изичах. Отлично. Так, 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 так. Мне нужно полутать большую нефтянку, как минимум. Мне нужно еще очень много скрапа. Может быть, ракета там выпадет. Чизи здесь? Угу.
тебя патроны не найдутся с шприцами. У меня калаш есть, но второго верстака нет, что это на крат. Это бичара. Он тоже не бичара. Но я к нему запрыгнуть не смогу, даже если убью. Держи. Убил, убил, убил. Где у него патроны есть? Только на СМГ. Пойдем отсюда. Убил двоих. Одному дал два хита. Убил третьего. Убил. Сантура! Шикарно. Сейчас, сейчас я скинусь. Переработаю. Да, я скинусь. Неплохо. Очень даже неплохо. Хороший заход. Блин, в кузове я еще не летал, это очень круто. Ощущение просто бом-бом. Какая красота. Там тип внутри. Опа, ты кто-то есть. Че, сразу высаживаемся? Не-не-не, давай просто полетаем, посмотрим. Ты видишь ботов? Я нет. Чинук активированный. Нет, чинук активированный. Вижу, 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 вижу. Развернись. Похитили меня. Че, умрешь сейчас? Они в меня попадают. Нужно агрессивно садиться к ним туда. Лети, лети, лети. Нужно на агрессии сесть к ним и убить их. Я готов. Аккуратно стой. Голову дали. Одного убил. Второго убил. Опа, красава. Ну, у них так нормально, топливо есть. Отхил был, это главное. Ну давай. Я запустил. Как ты под крюком сделать? Не спеши. Я же говорю, не спеши. Ну и что мне теперь делать? Ну и что мне с вами делать? Давайте поиграем в догонялки. Отлично. Шикарно. Я могу их развалить. Еще одна ракетница. Это шутка какая-то? Отлично. Косарь скрапа просто на изичах. Болтовка, МВК, маска. Ну, из ценного только я МВК смотрел, дверь. Смотрел. Так, тебе этот маска нужна? Нацепи ее пока. Ну, миссия выполнена. Да. У меня с трудом даже пополам. Да уж, вот это я клёво разрешил одному типу построиться. Он уже притащил сюда 6 своих друзей. What the fuck? Вот сюда поставлю. В принципе, нормально. Третий верстак у нас наконец-то уже есть.
Ну все, остается изучить экспу, ракету и все, можно идти рейдить. Рейдить всех и вся. Ой, меня убил. Второй. Ultimate Trust. Ушел. Привет, смотов. Дружок. Ой, привет, смодов, чувак. Убила. Привет, смодов. Пришли трое. Трое умерло. Нет. Они запрыгнули, закрой дверь. Они тут вот, где дверь. Под дверью сидят. А, один, где третий верстак у нас. Все, готово? Запрыгиваем. Еще убил троих. Пансеради тип. Капец, на меня бомжей напало. Они сейчас меня убьют. Я бегу. Я четверых бомжей убила. Это что такое? Они просто на меня со всех сторон напали. С буром на меня бежал. С буром? Да. Ты их всех убила. Ты бы видел, что сейчас тут творилось, ну. Они все на тебя бежали? Да, все четверо. Я хочу просто туда сбегать, посмотреть, сколько их. Это на антирейд по-любому идут челики. Как думаешь, их много? Двое точно. Тут тип с двушкой сидит, как я сижу, знаешь, через аль смотрит. А, так нет, это не на антирейд пришли. Антирейд, вот он, с рейда челик побежал туда, в сторону калашиста. Hello. Hello. Ого. Чизик, это ты? Слышь? Так они тут это... Они в белом броне. Тут еще, тут двое или трое. У него ракеты были, слышь? Остались еще? Ты понял, сейчас чело, да, у нас? Тебя рейдят, тебя рейдят. Тебе ракетами уже прорейдили. Я там, где они рейдили. Ой, где третий верстак, короче, мы сидим. Тихо. Ой, блядь! Стой, 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 стой. Красавчик. Меня убили. Да, не удивительно. Я беру застраиваться. Застраиваться сюда. Сейчас, смотри. Голову дал. Убил. Убил, убил, убил его. Слышь, я убил его. Можешь текать оттуда. Ну, Мирон красиво ворвался. Не, ну Мирон просто разрывает. Предлагаю текать отсюда, пока можете. Да пока, да пока, да пока. Кто там еще хочет? Ой, тебе хорошо, да, братик? Тут рейдят прям возле меня, надо сходить. Рейдили по-любому там, где берданка стреляла. А вот и он. И их двое. Их трое. Ну да, вот и сачелька. Привет. А что рейдили-то? Вопрос. Ага. А вот и что рейдили. Да, по-любому вот этот домик.
Тут одна дверь осталась до МВКшки. А я знаю, куда надо вернуться. Там гаражка еще стоит. Вон бежит уже тип ко мне. Два типа. Тут должен быть третий еще. Так, 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 так. Я не знаю, ракету изучить и пойти ракетой взорвать. Да, наверное, так и сделаю. И крафтиться долго не придется. Тут по-прежнему миллион бомжей бегает. Опасненько рейдит сейчас будет. Ты чё так пугаешь? Там снизу тип в антираде сидит. Блин, тут трубы были. Как раз то, что мне нужно. Пока не советую ко мне идти. Можно просто, но я пока не тоже мне нужно пока. Как скажешь. У тебя хаты нет, слышь? Все, не стреляй, не стреляй пока, иди сюда. Ща эту хату тебе отдам. О-о-о-о-о-о-о-о! Это жесть. Миллион серы просто было в шкафу. Иди забирай этот дом себе, слышишь? С ресами. Все, меняй пароль, я пошел отсюда. Давай, удачи тебе. Карательный батальон вышел. Выдвинулся. Да-да. Опа. А кто это тут пришел? Ой, сишка вылетела. О, блин. Ой, тут гантрап, тут металл потолки. Вот это уже осложняет немножечко нашу задачку. Ой, нифига тут гантрапов. Блин, спрыгивать или не спрыгивать? Вот в чем вопрос. Я бы не советовала. Все нормально. Так, ну вот у них центр получается. Вот у них получается Так это бункер. У них внизу МВК может быть? Это у них бункер. Убила, убила его. О, шкаф, привет. Все, готово. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, ребятки. Возьми у меня шкаф. Угу, сейчас. Я в доме. Ну а после того, как мы выполнили самую главную задачу, мы занялись раздачей лута. Бой! Take this. You can have my all, because I don't need it. I have no use of it. My god, okay. Oh my god!
Он сейчас сознание потеряет. Он ящики, походу, крафтит там. Оу, I killed one guy, brother. Тут тип у меня. Ой, меня сейчас убьют. Я троих убил. Возьми на моем трупе лэрку, отдай ему. Я пока не могу это сделать. А меня сейчас тип с гвоздомета убьет. Но я его убил. Как думаешь? Сейчас меня типа убьет. Не, не убил. Я сейчас в полнейшем шоке, знаешь почему? Почему? Потому что у меня болтовка и 4 патрона всего было. Я убил уже 6 или 7 типов. Эй, mm-hmm. Hey, I'm here, brother. Круто. Come here, it's me. I killed all. That was my friend. I killed all. Hello. You can change password. Let's go. Вот так вот и заканчивается наша история на этом сервере. Надеюсь, она вам понравилась. Это была нереальная неделя. Кстати говоря, нам совсем немного осталось до 100 тысяч, и я уверен, что мы с вами перешагнем очередное препятствие. Всем спасибо за просмотр, всем пока.